Заслуженный артист, советский и российский дирижер, скрипач, основатель и первый руководитель Смоленского русского народного оркестра Виктор Павлович Дубровский. В свое время он покорил более 50 стран мира, а на его счету 2500 концертов. А в 1988 году на Смоленской земле он создал профессиональный русский народный оркестр, который стал одним из лучших в СССР. Волею судьбы он попал сюда, к нам в город Десногорске, и, в общем-то, руководил оркестром преподавателей. В дальнейшем мы все знаем, что в Смоленске появился оркестр. Мы гордимся тем, что из этих преподавателей, часть какая-то, были лично знакомы с Виктором Павловичем, соприкоснулись с его творчеством, с его талантом. Благодаря этим людям, которые чтят память заслуженного артиста, в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки состоялся памятный концерт, участие в котором приняли педагоги с разных отделений. Некоторые из них много лет работают в музыкальном учреждении, а также играли в том самом оркестре, создателем которого был Виктор Дубровский. Зал был полон зрителей. Все эти люди пришли вспомнить музыканта и его творчество. Виктор Дубровский внес огромный вклад в музыкальную историю Смоленской области и в целом России. Помимо своего таланта, он обладал еще прекрасными человеческими качествами, которые запомнились всем, кто когда-то имел честь с ним познакомиться и выступать на одной сцене. Это был невероятно открытый, деликатный, тактичный человек, несмотря на заслуги и звания. Идейными вдохновителями и организаторами таких концертов выступают сами преподаватели музыкальной школы. Кроме этого, они также организуют в Десногорске и музыкальный конкурс имени Виктора Дубровского, который состоится уже 20 декабря. На конкурс будут приглашены молодые и совсем юные музыканты со всех городов Смоленской области. Благодаря таким фестивалям и концертам, которые подготавливают сотрудники детской музыкальной школы, дети вдохновляются на творчество, проникаются в музыкальные истории своей родины, тем самым совершенствуют и свое мастерство. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.